Новая детская площадка появилась на Октябрьском проспекте. Это завершающая игровая зона по губернаторской программе в этом году. Как прошел детский праздник в честь открытия, узнала наша съемочная группа. Для детей подготовили развлекательную программу с аниматорами и различными играми. Несмотря на раннее утро, народу было много. Настроение хорошее? Ну что, площадка построена, это в этом году уже наша завершающая площадка. Ребята, тренируйтесь, занимайтесь, растите хорошими детками, слушайтесь своих родителей. И, конечно, будьте здоровы и всегда хорошего настроения. Всех еще раз с таким солнечным, хорошим праздничным днем. Детская площадка обустроена качелями, каруселями и пространственной сеткой, где дети могут ползать. Также предусмотрено специальное резиновое покрытие для безопасности. Установлены комфортные лавочки. Не забыли сделать игровую зону и для самых маленьких. Мы живем уже несколько лет в этом ЖК. И по сравнению с тем, что здесь было, какая площадка была и то, что стало, ну, стало намного лучше. Ребенку очень нравится. Особенно тот факт, что можно побольше полазить, повисеть на тех же самых кольцах. Качели тоже поменялись. Ну, стало намного комфортнее. Дети остались довольны праздником, сладкими угощениями и новой игровой зоной. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.